Всем привет с филиппинского острова Минданао. Я здесь нахожусь на миссии. Скучать здесь не приходится, занятость довольно большая. Сегодня мы послужили службу в честь Успения Божией Матери. После службы у нас был семинар по благотворительной деятельности на приходах, который по благословению архиепископа Солнечногорского Сергия, даст Бог, скоро будет начата. Посмотрел комментарии под роликом о монетизации и увидел, что большинство комментирующих советуют мне вернуть монетизацию. Ну, так я и сделаю, поскольку вы именно смотрите ролики мои, поэтому вам и решать, насколько мешает или не мешает вам реклама. Опять же, есть несколько способов, как мне подсказали, отключать рекламу при просмотре роликов. Занятость у меня здесь довольно большая, почти каждый день приходится ездить по разным селениям, посещая те или иные общины православные, поэтому времени на записи, монтирование роликов новых, конечно, мало, да и интернет здесь очень слабый, так что какие-то новинки будут появляться реже, чем раньше, но будут в том числе и что-то из нашей филиппинской миссии, но и не только. Другие темы тоже постараюсь не забывать. Прошу ваших молитв и всех с праздником Успения Пресвятой Божией Матери.